Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск новостей «Восход Вест». 26 апреля 2017 года в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе» в государственном бюджетном образовательном учреждении школе 1021 прошли уроки экологии. В год, объявленный Годом экологии в России, для учеников 5 классов были проведены уроки экологии. Организаторами урока выступили ученики старших классов школы 1021. В ходе уроков ученики старших классов подняли вопросы бережного отношения к окружающей среде и обращения с бытовыми отходами, познакомились с правилами поведения в лесу и на природе, отгадывали загадки. Пятиклассники серьезно отнеслись к теме, задавали интересующие их вопросы, принимали активное участие в дискуссии, предлагали свои идеи о том, как снизить уровень бытового загрязнения. И хорошо, что есть такие движения, есть такие акции, которые детей заинтересовывают. Дети понимают, что это модно, что каждый экоурок потом анонсируется в социальных сетях. То, что сейчас очень важно подрастающему поколению. Советов никаких детям давать точно не буду. Они знают, что делать. Мы уже обратили на это внимание. Они выходят на субботники. Они убирают районы, они сдают макулатуру, привлекают к этому все свои семьи, родственников. Они приносят батарейки, они знают, что делать. У меня совет взрослым. Правильно их направить. У них уже есть положительные помыслы в этом ключе. Им нужно дать возможность реализоваться в этом вопросе. В экологических уроках приняло участие более 50 учащихся. Мы считаем, что данные уроки позволят научить ребят заботиться о природе и беречь ее. По окончанию мероприятия все ребята получили сладкий подарок за участие.